Так, о, дракон. Достал Олега. Едет. Это новенький какой-то. Мужчина, вы давно начали оффроудом заниматься? Это первый день. Сегодня первый день? А вот какая подъехала известная машина, всемирно известная. Жека, блин, елки-палки. А где штурман? Не брал я это его с собой? Нет, того не надо. Я понял. Так что Жека на месте. Ну как машина едет? Огонь? Дракончик. В общем, нормальный расколбас. Уже все раскатали. Два дня уже катают, я так понял. Сзади арочки вырезаны у запора и все. Доджик красиво. Уехать не удалось, в общем. Ну вот и Гелендваген. Какой красавчик. И стекла модные. Вот и Жека. А вот Луаз какой шикарный, я не заметил его тут. Нифига себе, а что за машина? Что это? Поджерик. Поджерик? А что за мосты? Поджерик. Какие-то колеса знакомые, блин. А раздатка с чего? Поджерик. Так, не брыши. Серьезно? Там не хватает. Или мост один просто для красоты? Нет, это все просто до той раздатки, две раздатки с джипа прицеплены. А, я понял. Вот и доджик приехал. Это пока, я так понимаю, самая сложная яма на сегодня. Друзья, даже какая-то связь есть. Я уже жалею, что не взял ноутбук. Опа! Тут какие интересные. Дельфин застрял. Дельфин пилотируется. Давай хотя бы один круг, уже будет достойно. Хрен отсюда уедешь. Да, 6x6 поджерик. Каждый год какие-то интересные машины появляются. Смотрите, какой аппарат. Шикардос вообще. А вот эти Defender. О, вот это нормально едет аппарат. Что ты только не увидишь. Культовое, конечно, мероприятие. И Запорожец на месте, все. Все на базе. Так, ну звуки есть. Ну хороший аппарат. Проедешь там, где он сидит? Нет. А ну давай, сейчас вытаскивают. Это будет серьезное кино. Онлайн идет, кстати. Хорошо, сейчас расмотаюсь. Вот так вот, 6x6. Да, колеса как у меня. Только их на 2 больше. Вот
Вот это Женя зажигает. Да, много серьезных машин здесь сегодня. А весь движ еще завтра, целый день. О, какой кадр. Так, его вытащили. Давай, твой выход. Твой звездный час. Да, конечно. Подожди, пусть уедет. Только ж не застрянь, елки. Это лайт? Так, ну смотрим. Да, шесть колес решают, конечно. А вот и хаммеры тут есть. Да, круто. Круто, что тут скажешь. Так, а Захар сидит. Сейчас будут вынимать. Радует глаз. Такой онлайн у нас получился. Ого. Известный джипер очень едет. Офигеть, блин. Тут же Тойота застряла. Как ты проехал? Я не гадаю, что я сюда приперся. Я тебя побачив, что привітав. Привет. Красиво. Блин, звуки она издает, но едет. Я сказал, это лалай. Снимать и ехать. Круто, круто. Вот, ехать наконец-то будет посторожно. Так, ну что-то тут у ребят. Завелся. Просто заглох, он не застрял. Так, ну тот ж едет. Захар не едет. Не едет помощь. Ну, дракон на арочных, конечно, может. Тут все-таки болото такое со дном. Есть за что зацепиться. Очень красиво вечер. А у вас тут. Жесткий. Блин, чистый недолго я был. Так. Блин, Нива застряла.
А не, ну там запорожцы ездят.